Статус ветеранов боевых действий получат 19 дагестанцев. Такое решение приняла республиканская комиссия во главе с зампреном правительства Мураном Казиевым. Работу проводят совместно с Дагестанской региональной организацией Союза объединенного ополчения по поручению главы региона Сергея Меликова. Задача комиссии – определить всех участников боевых действий 1999 года. Важно, чтобы они почувствовали поддержку государства и получили установленные законодательством меры социальной поддержки, сказал Мурат Казиев на совещании. Члены комиссии единогласно проголосовали за включение 19 человек в перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях. Удостоверения ветеранов им выдадут в ближайшее время.